Причин достаточно много. Это может быть связано с травмами детского возраста, то есть удар по молочному зубу, какие-то воспалительные процессы. Иногда это может быть обусловлено генетически, то есть у ближайших родственников тоже могла наблюдаться такая проблема. Даже такое безобидное заболевание, как частое воспаление заложенного носа, всегда ведет к смещению зачатков, потому что полость носа – это неразрывно связано с верхней челюстью. И любые нарушения обязательно сказываются на формировании кости, на формировании и расположении зачатков на верхней челюсти. В ортодонте я всегда люблю повторять, это как любви, все возрасты покорны. Но чем раньше мы начинаем, тем быстрее мы получаем красивый, стабильный, хороший результат. Современные технологии позволяют проводить ортодонтическое лечение в любом возрасте и помогать даже в тех случаях, когда еще, ну, допустим, 10-15 лет это было невозможно. Появился лазер, появились новые технологии с использованием, ну, почти что нанотехнологий, позволяющие в самых сложных, самых критических случаях проводить оперативное вмешательство и выводить зубы в дугу.